Приветствую всех рыбаков. Я сегодня хотел бы рассказать вам, как можно увеличить привлекательность червя. Для этого нам понадобится обычный чеснок, который мы должны почистить. Берем чеснокодавку, ложим дольку в чеснокодавку и выдавливаем на наших червей. Они моментально начинают активно двигаться, тем самым мы увеличиваем привлекательность червя для нашей рыбы. Карася, сазана, леща. Все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи!